Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Саша Юлин, и сегодня у нас в эфире серия «Как сделать мир лучше?». Каждый из нас задавался таким вопросом. Каждый из нас хочет сделать так, чтобы в мире стало лучше, чтобы мир стал чуточку лучше, на своем уровне сделать что-то, что как-то изменит окружающую действительность в лучшую сторону. Ну как же это сделать? Ну давайте с вами порассуждаем. Ну, например, человек сидит, просит милостыню, вы ему какие-то деньги дали. В общем-то, ну, чем нехорошее дело на уровне отдельно взятого человека? Чем разве мир лучше не стал от этого, хотя бы немножко? Но, к сожалению, мир лучше не становится от таких дел, потому что этот человек, который получил милостыню, во-первых, он не будет уже работать никогда, он будет ждать, пока еще кто-нибудь эту милостыню ему даст. А во-вторых, он пойдет в магазин, купит горячего напитка и, в общем-то, в конце концов, свое здоровье потеряет. Ну, как видим, мир от хорошего, в общепринятом смысле поступка, не становится лучше. Так и с любыми другими вещами. Как это ни прискорбно звучит, но вы делаете хорошее дело, и если вы не видите, скажем так, недостаток этого хорошего дела, то есть то, на что оно плохо влияет, вы просто недостаточно об этом подумали. То есть к каждому хорошему эффекту прикреплено столько же чего-то плохого. Итак, неутешительный вывод. В общем-то, мир лучше человеку сделать нельзя. Но не расстраивайтесь, не все так плохо. Ведь человек может, и это великий дар, научить своих детей тому, что он сам знает. В этом предназначении человека, этому человек должен посвятить свою жизнь. Поэтому радуйтесь жизни, любите своих близких, детей. Всего вам хорошего. До свидания.